И добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам расскажу и покажу несколько простых и элементарных причесок на каждый день! Первая прическа – рыбий хвостик. Делим волосы пополам. Берем одну часть, делим пополам. И заплетаем рыбий хвостик. Берем с краю. И ложим на другую часть. Я листаю телефончик, все кроме меня не очень. Нам не о чем болтать, если ты меня не хочешь. Я мегазвезда. Одна косичка готова, теперь плетем следующую. Вот такие вот крутые у нас рыбьи хвостики получились. А чтобы придать им объем, нужно всего лишь потянуть за краешек. И они будут такие пышные и модные. Первая прическа готова! Переходим к следующей прическе. Вторая прическа. Это две гульки. Делим волосы пополам. Берем одну часть и отделяем верхнюю. И завязываем хвостик. И так, кстати, ничего. Можно такие маленькие хвостики сделать. Наш хвостик закручиваем в жгутик. И делаем гульку. А чтобы наша гулька держалась, берем шпильки и закалываем. И проделываем все то же самое с другой стороны. Вторая прическа готова! Такие крутые гульки получились. Такая красивая, с такими крутыми гульками. Третья прическа, одна гулька. Делаем по такому же принципу. Закрутили, закололи. Та-да! Следующая прическа, моя самая любимая. Я ее называю или бабушка, или косынка. Или бабушка в косынке. Для этого нам понадобится поделить волосы пополам и заплетаем колосок. Три части. Начинаем, как обычно, косичку. Подбираем дальше прядки. Видите, какая бабушка в косыночке получилась? Доплетаем до конца. Завязываем резиночкой. А теперь смотрите внимательно. Для этого мне нужно повернуться боком, чтобы все вы видели. Смотрите фокус. Смотрите, какая красивая косичка получилась. Правда красивая? Круто! Лайки ставьте! И главное, не надо ходить к какому-то мастеру. Это можно сделать дома. Следующую прическу я хочу сделать бантик. Делаем хвостик на бок.
оставляем немножко волос, полностью не вытаскиваем. Теперь мы берем невидимку и подкалываем эту часть волос. Делим нашу гульку пополам. И наш маленький хвостик ложим посредине. Сзади тоже закалываем невидимкой. Та-да! Посмотрите, какой крутой бантик получился! Посмотрите, какой он крутой! Круто! Мне он очень нравится! А вам, если нравится, то ставьте лайки! Следующая прическа – два колоска. Делим волосы пополам. Отделяем маленькую прядку. Плетем косичку, но подбираем с одной стороны по прядке. Ребята, посмотрите, какая объемная косичка получилась. Была тоненькая, а сейчас такая толстая и объемная. Плетем вторую. Ребята, посмотрите, какая крутая и необычная прическа получилась. Да она же в виде сердечка. Смотрите, ребята, круто. Сердечко. Мне она очень нравится. Круто! Я такая объемная, такая красивая. Еще есть прически вот такие. Называется ободок. И вот такие. Эта прическа называется змейка. И вот такая. Две французские косички. И еще одна необычная прическа, которая называется шнуровка. Ребята, напишите в комментариях, какая вам прическа понравилась больше. А я с вами не прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока!